В Казанском университете активно продолжается работа школы инновационного стартапа. Отличительная особенность школы в том, что цикл мероприятий в ее рамках проходит регулярно. И что немаловажно, в этом году школа заслуженно получила статус межвузовской. Ну а пока, как отметил проректор по инновационной деятельности КФУ, половина пути обучения успешно пройдена. Большой объем работы уже выполнен. И настало время подвести первые итоги на предварительной экспертной сессии слушателей, которая состоялась в стенах КСК КФУ «Уникс» 11 апреля. Это акселерационная программа ориентирована на то, чтобы подготовить молодых ученых с их идеями, с их инновационными стартапами, которые пока еще находятся на стадии инициативы. В качестве экспертов на мероприятие были приглашены представители инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан и фонда содействия инновациям и Инакама. И именно перед ними молодые ученые, аспиранты и талантливые студенты различных технических вузов Казани защищали свои проекты и презентовали идеи так, словно выступают перед потенциальными инвесторами. Предварительная защита будущих инновационных проектов прошла более чем успешно. Теперь молодым ученым и исследователям предстоит не менее ответственно подготовить свои проекты к следующему важному шагу – официальной защите собственных проектов и успешному окончанию межвузовской школы инновационного стартапа. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.